Жуткая находка на улице Автодорожная. В баке в 100 метрах от дороги нашли останки человека. Части тела обнаружили в Курчатовском районе во дворе одного из предприятий по улице Автодорожная. В бочке лежали отрезанные руки и одна нога. Кем был погибший, а также где находятся остальные фрагменты тела, пока неизвестно. Сейчас следователи проводят медицинскую и дактилоскопическую экспертизы. Служители закона надеются определить личность убитого по следам пальцев рук.